Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой, честно жить не хочет. Раз чуть-чуть мне воды дал. Это телефон. Ваши личные вещи, да? А что, скажите, что? Все, спасибо. Да, с тяжелыми объемными вещами особенно тяжело, даже девушкам. Я вас приветствую. Как доехали вообще? Там что, нормально. Нормально? На пассажирском месте. Сегодня не пустили? Да, видите, не пускают. Девочка пришла. Нет, меня не пропускают. Чего? А может, ты там... Как она разбежала? Наша, да, мы дебили, мы им все давали разрешать. Мы для них всю жизнь отдали. И что мы получили в конечном итоге, скажи? Ну, пусть кому, мы едем тяжелым детям нашим. Но дети. Я не жалею. Мы дети получили 2 высших образования. Музыкальные художественные школы. Юридическая. Я не могу А, так это привозная. Слезы Одессы мамы со всех сторон. Одесситы совершенно четко, однозначно и недвусмысленно показывают свое отношение к произошедшей трагедии. Что бы по этому поводу ни говорили, ни писали наши продажные средства массовой дезинформации и журношлюхи. О, удачный кадр. Вот так вот мы дадим картинку, а потом увеличим. Говорится, нарочно не придумаешь. Так. Ну что, будем заходить, дорогие друзья. Митинг, молебен и траурное мероприятие вот-вот начнутся. 14 часов 2 мая 2017. На этот раз бомбу при всем желании, видимо, не нашли. И разрешили людям попасть внутрь оцепления на площадь.